Всем привет, и с вами, как всегда, Маргарита и очередная посылка. Почему я такая счастливая и довольна? Потому что я знаю, что в этой винтажной посылке, это одна, наверное, из самых дорогих коробочек, за которую я заплатила. Шиппинг, конечно, был ужасный, да, то есть это, опять-таки, это из Гудвилла. Эта посылочка пришла ко мне из Гудвилла. Здесь три лота. Один лот — один айтем и два очень интересных. Один лот — это серебро, а второй лот — это костюмные украшения. И я хочу их открыть и посмотреть, и порадоваться. Общая стоимость вот этой коробочки, давайте я вам скажу, по-моему, была $136. Редко, когда я так вот большую стоимость отдаю, но давайте посмотрим. Это будет самая, наверное, лучшая моя коробочка. Пойдем открывать. Итак, руки мои готовы. Давайте открывать. Давайте открывать посылку. Я вам потихонечку буду говорить, что есть что. Что есть что. Даже, смотрите, Гудвилл рекламку прислали. Вот он, мешочек, волшебный мешочек. Естественно, поскольку не дешевое все, запаковали все хорошо. Так, сейчас я смотрю. Видите, вот у меня тут такая вот картиночка. И сейчас мы ее посмотрим, что к нам пришло. Я вам, естественно, наглядно все расскажу. Так, это у меня один лот. Один лот. Здесь у меня второй, и мне кажется, там и третий будет. Здесь два вместе лота. Давайте сначала один первый откроем и дальше посмотрим. Первый лот — это, как я вам сказала, уже серебром. Давайте смотреть. Очень вкусный, очень интересный. Actually, здесь два лота. Вот первый лот и второй лот. Два лота. Давайте начнем с серебра, как я вам сказала. Ух ты, прям я увидела мой первый лот. И такой вкусный. Это вот такие вот украшения. Давайте. Красота пришла. Так, поехали. Это у нас с вами первая такая вот посылочка, где у нас серебро с маркаситами. По крайней мере, так изначально было заявлено. И давайте смотреть, что к нам приехало. Значит, первые сережки. Значит, вот это чудо мне стоило всего-навсего $25. Представляете? $25. Итак, вот первые маркаситы. Маркасайт. Вот такая вот красота, смотрите. А, нету только гвоздиков. Но это не беда, у меня, к счастью, есть такие вот серебряные заглушечки. Так что это мы найдем. Значит, у нас подписаны они, да? Сейчас мы еще посмотрим. Сейчас я сначала посмотрю сама. KS, 925 KS. Это, скорее всего, даже и сам мастер сделан, да? 925-я, вот одна, и вот она вторая сережечка. Немножечко нужно его будет, наверное, почистить. Вот это вот, видите? Один, наверное, маркоситик отсутствует, потерян. Но ничего страшного, посмотрим. Посмотрим. Вот такого стиля арт-деко. Они так и были написаны. Арт-деко стайл. Давайте сейчас фокусируемся. Арт-деко стайл. Вот такие вот сережки первые. Дальше следующие. Ух ты, какие. Ух ты, какие. Давайте я смотреть. Вот такого плана. Open work. Посмотрите. Что такое open work? Это когда еще можно видеть. Вот они какие интересные. Маркаситы. Так, сейчас я буду смотреть, что на обратной стороне прописано. 925 NV. 925 NV.
Вот такие вот сережечки. Просто замечательные. Просто вкусные. Вкусные, модные. Ну, давайте сразу тогда уже будем по ценам смотреть, что это будет стоить на Итси. Ну, а мне кажется, что 925, ну, не меньше $30 каждой сережечки идут. Причем за все это заплатила $25, да? Ну, это даже я еще не искала, смотрела, сколько это будет. Сколько это будет? Нет, я даже по 40 буду продавать. Потому что красота такая. Дальше следующие сережки, смотрите. Тоже без замочка, но я неприятность эту переживу. Смотрите. Вот две таких вот. Здесь немножко погнувшие, но тоже ничего страшного. Мы с этой неприятностью справимся. А жемчужинку, конечно, тоже почистить надо, смотрите. Ну, вот такие вот сережечки. Очень вкусненькие. Посмотрите. Тоже опять-таки стоит 925-я проба. А вам даже так ее видно. Вот здесь она 925-я без Magnify Glass. 925-я. Иногда я еще встречала, опять-таки, все по 40 будет. У меня все по 40. Не видно вам на картинке. Давайте я аккуратненько сюда положу. Следующий. Давайте кольцо посмотрим. Ого-го-го. Тоже 925-я проба стоит. Смотрите. Какое колечко. Маркоситик здесь, по-моему, отсутствует. А может быть, даже и смотрите. Здесь нету. А здесь есть. Не знаю. Давайте 5, 6, 7. Size 7. Вот такое вот, смотрите. Своего рода как крест, не крест, смотрите. Тут, может быть, отсутствует. Может быть, и так надо. А может быть, и так надо. Семерочку. Давайте я сейчас посмотрю. Скорее всего, отсутствует. Скорее всего, отсутствует. Но как-то очень, да. Скорее всего, потеряны два камушка. Либо нужно найти и собрать вот этот колечко, либо продавать as is. Даже если идти as is, как есть, да. Смотрите, какая прелесть. То тоже не меньше там 30-40 долларов. Вы уже посчитали, да? Профит с моей покупки. Следующее колечко. Давайте посмотрим. Колечко стоять. А, дельфинчик. Смотрите, дельфинчик. Дельфинчик. Давайте. 5, 6. Шестой вот такой вот размер. Смотрите. 6. Наверное, тоже 6,5-7. 6,5 будет размер. Ну, вот такой вот дельфинчик. Какой замечательный. А тут даже не знаю, было золото или не было. Может быть, 2 тона было. Сейчас я смотрю, где-то есть. Отметочка 925 нету. Не вижу на данный момент. Но вот такое вот, смотрите, вкусное колечко. Следующие сережки, смотрите. Тут даже что-то написано. Тут даже что-то написано. Сейчас я посмотрю. А здесь написано стерлинг. Они ужасно грязные. Ужасно грязные. Но прекрасные. Посмотрите. И тут даже какое-то лого есть. Да, и тут там же какое-то лого есть. Очень-очень старенькие. Но посмотрите. Чистить их нужно будет. Замочить. Нужно будет их вымочить, замочить. Аккуратно, чтобы маркоситы не потерялись. Вот такая вот прелесть. Так что сначала это все нужно будет отправить в чистку. Потому что, видите, здесь вековая пыль. Century пыль. Я купировала художественный стол мужа и его подсветку.
Смотрите, какая прелесть. Вообще просто так. Поехали дальше. Следующее. Посмотрите, какая красота. Не знаю, что за камень. Вот сразу говорю, камень. Не знаю, что такое. Темный. А есть у меня вот такой замечательный приборчик. Он проверяет на качество, настоящий даймонд или не настоящий даймонд. А стекло или не стекло. Но поскольку камень большой, я на единичку поставлю. Естественно, если даймонд, он должен либо C, как они называют, semi-precious stone. Если дорогой камень, он должен двигаться и красным выдавать. Но тут вот только, вот смотрите, до 4 полосочек дошли. То есть, ну, не ценность в красоте. Да, давайте ради примера покажу, как оно работает, поскольку здесь это отдельно тоже, может быть, видео поиграемся с таким приборчиком и в мой это вот мои слышите, да, когда вот так красно прыгает, и это настоящий даймонд, конечно, маленькие даймонды на колечке, на обручальном. Так, значит, брелочек тоже посмотрели. И следующая вот такая вот подвесочка. Он, по-моему, называется как бы Liquid Silver. Кубики. И вот здесь вот такая вот штучка. Сейчас давайте сфокусируемся на штучке. Вот такой вот бочоночек. Marcasite Necklace Sliding. Серебряная. Ну, это, скорее всего, знаете, для кого я буду делать? Это, скорее всего, это будет для мужчин. А может быть, и не для мужчин, не знаю. Вот такая вот красота. Теперь давайте я вам только покажу в одном случае, как я буду тестировать, потому что я еще на всякий случай принесла, что познакомить вас с такой штукой, как уже заодно сделаем быстренько silver. И брелочек такой есть у нас. Сейчас мы быстренько это сделаем. И поскольку время у нас идет по 9 минут, я, наверное, все-таки 3 видео сделаю. Серебро, 2 серебро, и второе видео будет у нас с другой посылочкой. Так что давайте первое. Итак, и вот мы с вами сейчас проверим, серебро ли это. Хотя уверена, что серебро. Sorry. Давайте сначала вот эти вот камушки проверим. И второй. Потрем. Хотя нужно тут сначала их помыть, а потом уже тереть. Встает. И кольцо давайте еще. Кольцо, бочоночек и цепочка. Я обычно так вот сверху укладываю. Кольцо, бочоночек и цепочка. Снова не вкатывайся. Так вот. Это скатывается все, скатывается все. Here we go. Теперь давайте химию покапаем. Капнули химию. Берем бумажку. Проверяем сначала что? Проверяем, давайте, вот этот бочоночек. Красные, видите? Вообще, что кто-то по крыше ходит. Если у нас есть красное, значит, это серебро. Следующий кусочек. Цепочку смотрим. Давайте завернем. Цепочка, кубики. Я, правда, мало их подергала. Красная краснота, видите? Вам не совсем четко видно, но она, краснота присутствует. И теперь кольцо.
Кольцо тоже. Видите? Краснота присутствует. Ну, а когда я покупала, изначально было показано, что тестировали все. Тестировали все, и продавался лот как 925C Эри Бро. Итак, вот этот вот наш с вами лот. Сейчас я проверю, крышечку закрыла везде на химикатах. Колечко, два колечка. Дальше. Вот это вообще вкуснятина. Маркоситы, маркоситы. Маркоситы, маркоситы. Маркоситы, маркоситы. Вот эти вот, наверное, самые мои любимые. Вот это самые грязненькие, но самые красивые тоже. Все самое красивое. Итак, вот этот вот лот у нас с вами, мне достался 25. Шиппинг, я сказала вам, что был дорогой. Там буквально чуть ли не сколько, 20... Сейчас я вам покажу. Шиппинг был за все лоты, смотрите, $22 плюс хендлинг. По $2 на каждый лот, они хендлинг еще берут. Ну, получается 28, 29 на 3, 30, считай, по $10 на каждый. Окей. Значит, это у меня было $35, но одно колечко, если мы продаем за 35, а все остальное, вот это добро, это все в профит. По 40, 1, 2, 3, 4, 5, ну, я не знаю, 6, 4, 240. Ты-дыш, ты-дыш. Вот здесь, может быть, буковки, циферки нарисуют. 240. Итак, вот это вот наш первый лот. И золотой лот смотрите в следующем видео, чтобы видео делать маленькие. Напоминаю, если кому-то что-то понравилось, я, может быть, даже купон оставлю для тех, кто смотрит видеоканал, и чтобы вы приобрели это со скидкой, если вам интересно что-то. Вот так вот. Вот так вот. Какая прелесть. Какая прелесть. А кто знает, что это такое за кристальный камень? Пожалуйста, дайте мне знать. Не знаю. Кристалл. Кристалл. И хорошо посажен. Но, как я сказала, что это будет все мыться. Это нужно отмывать. В ванну, в ванну, в ванну. Все, всем пока.